Доброго времени уток, с вами по-прежнему Арталаски, и в этом видео я расскажу вам про новинку от компании Gammon, графический планшет M10K 2018 года. Итак, перед нами так называемый Digitizer, совершенно новая модель от компании Gammon, подключается к компьютеру или ноутбуку через USB разъем. Что ж, в комплекте идет сам планшет, стилус с необычным чехлом, 8 сменных наконечников, пинцеты для смены наконечников, USB-проводы для подключения к компьютеру, книжечка с инструкциями и перчаточка, которая позволит вашей руке плавно скользить по поверхности планшета, не спотыкаясь и не прилипая к нему. Планшет подойдет как для правши, так и для левши. С боковой стороны корпуса есть 10 настраиваемых клавиш. Вы можете настроить их практически на что угодно. Как правило, это дублирование часто используемых кнопок с клавиатуры, чтобы рисовать без ее участия. Также между кнопками есть настраиваемое колесо, так называемый тач-ринг. С его помощью можно очень быстро и точно изменять размер кисти, приближать или отдалять арт, прокручивать страницы в браузере, да хоть изменять громкость музыки в плеере. К слову, использовать планшет можно не только для рисования, он также отлично подойдет для цифрового скульптинга, 3D-моделирования, графического дизайна и анимации. Высота планшета всего 10,5 мм, он очень тонкий и легкий, его вес меньше 700 грамм. При этом разрешение 5080 линий на дюйм – это очень большая величина, на данный момент это в принципе максимум. Она позволяет корректно передавать на ваш монитор каждое движение пера. Кстати, теперь поговорим о нем поподробнее. По ощущениям, перо очень удобно лежит в руке, и оно достаточно легкое. А знаете почему? Потому что теперь стилус свободный от батареи. Серьезно, это, конечно, не самая новая технология, но безумно удобная. Только представьте, вам больше не нужно заряжать ваш стилус вообще. К тому же без батареи внутри него вес стилуса значительно меньше, а значит, рука так сильно не устает. 8192 уровня чувствительности пера на данный момент — это лидирующий показатель в индустрии. Почти каждый уважающий себя стилус имеет такую чувствительность. Высота считывания пера целых 10 мм позволит вам комфортно перемещать стилус по поверхности планшета, приподнимая его в нужных ситуациях. А скорость считывания составляет 233 точки в секунду, это мгновенный отклик на вашем мониторе. Есть еще такой параметр, как точность считывания пера, и она составляет 0,3 мм. Ни один ваш штрих не будет упущен. Итак, что мы имеем в итоге? А в итоге мы получаем достойный, профессиональный инструмент за достойную цену. Если вы хотите приобрести этот планшет компании Gammon, ссылка в описании под видео. И если оно вам понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. С вами был Арталаски. Пока.